Ровным строем идут курсанты военно-патриотического клуба «Единство». Они своим примером доказывают, что в почете у бердских школьников профессия «Родину защищать». Торжественно присягаю, горячо любить свою родину, изучать военное дело, свято соблюдать устав и традиции военно-патриотического клуба «Единство». Принимают присягу шестеро новобранцев. Они произносят слова клятвы на верность родине и братству, к которому они шли осознанно. Это подтверждают и родители школьников. Он вообще, в принципе, хочет военным быть. Поэтому, я думаю, как бы осознанно все это выбрано. И, ну, надеюсь, что будет все хорошо. Но я просто служил. Ну, кстати, тоже 12 числа, но я принимал присягу в 94 году. Да. И вот 12 числа сын принимает. Принявшие присягу получают право на ношение голубых беретов – символа воздушно-десантных войск. Такая церемония имеет большое моральное значение. Юноши и девушки, которые желают постигать азы военной науки, сегодня поровну. В ряды патриотического клуба вступили три девушки. Для них это первый шаг на пути к достижению заветной цели. Многие уже сегодня строят большие карьерные планы. Они решили связать свою жизнь с силовыми и военными структурами. Года два назад я начала задумываться о том, куда я хочу поступить и кем хочу стать в будущем. И год назад я для себя определила, что это будет военное направление, потому что мне это действительно интересно, и здесь узнаю много нового для себя. Также готовлюсь к поступлению. Я планирую поступать либо в университет МВД, либо в ФСБ. Для того, чтобы в военно-патриотический клуб «Единство» поступить, нужно желание в первую очередь. Желание и только, ну, терпение и силу воли к тому, к тем стремлениям, которого хочет достичь ребенок. А вот у этих ребят курс молодого бойца уже позади. Общевойсковая подготовка, полевые выходы, марш-броски и испытания огневой полосой. Под силу не каждому эти курсанты смогли. Сегодня у троих выпускной из военно-патриотического клуба, а впереди Новосибирское высшее военно-командное училище. На самом деле очень хочется продолжать вот это вот дело, что вот этот клуб, он на самом деле много воспитал в себе мужчину, характер закалил этим клубом. Ну и у нас очень хороших ребят много, с ними не хочется прощаться. Мы являемся семьей, сплоченным коллективом, мы всегда помогаем друг другу, всегда поддержим, всегда подскажем. Неважно, даже в клубе это или в каких-то тяжелых там жизненных ситуациях, мы всегда поможем, придем на помощь. 12 июня был принят такой день, это календарный у нас торжественный праздник, День России, соответственно, никто у нас не учится, очень день удобный на самом деле. И ребятам между сдачей экзаменов, им получается 30 июня, у них уже повестки, они должны прибыть к месту поступления. Собственно, у них там будут проводиться испытания вступительные. Ну, у военных это маленько тяжелее, собственно, не так, как в гражданских институтах. Возможно, не все ребята построят военную карьеру. Главная цель – воспитать патриотов своей страны – повысить дисциплину молодежи. Завершилась церемония общим маршем.